будет себе мука, а я убираю. Я сделал ленину, чтобы на выбор, не знаю. Там на храме. У меня там есть горы. Almost there, Freeman. Get yourself into position. It's ready. You must go now. Есть мечка, есть. Следующая будет на следующем уровне. А, блин, чё вы этих компаний? Не, не хочу, I don't want. Black Mesa, блядь, не знаю, что здесь такая есть. Что не тянет? Ноут у меня. Do it now. No. Не тянет Black Mesa. У меня слабо на это. У меня такая сейчас не приседает. Самый низкий там, дай бог, если 15 FPS будет. Никакого кайфа. Я из 30 вместе полетаю. А, кстати, Макс такой уже старше меня, мне 27, тебе столько. И с чего он мне в стиме пишет, так что не думает, что я что за страдаю. Он мне в стиме пишет. Макс второй. Как думаешь? По 27 тебе? В этой локации? Да, вы, наверное, касались. Не, на следующий. Да. Привет. Вот опять. Ого, ловочка. Я так понимаю, один будет храбрый берет, потому что там России 308, там Финнс там с ракет, Лени, ну Лени молоденький, 531. Короче, сейчас поменяем. Ну ладно. Я хотел быть модератором. Ну как так совпадает, что все какие-то бросы у меня, а я наоборот пиздюк. Пошли мы. Да, все нормально. Может, это Женя? Жень, тебе сколько? 17. Вот ты. Вот тебе ребята. Нормально. Маленький, да, ударенький. Мечку не забудьте. А, вот она. Все, ну блин, найдите, у меня сейчас 40-й, 41-й, а 30-й я не знаю, когда. Как там играет вот Мастер? Ну, давай, как тебя зовут? И у меня примерно из-за того ника вот, мысли, что у тебя Макс зовут, у тебя не Макс зовут. Я по-другому как-то зовут. Ну да, не Макс, а как тебя зовут? А помни, пожалуйста. 40 и 41 это уже вся голова. Чё, у меня... А, Игорь. Игорь. Не знаю. Mm-hmm.
сейчас гляну. Почему стресс посыпает, наверное, из-за игроков? Нет, ну, это ж... А там играет это все или... Кто на первом месте? Кто это числи? У меня воздух не такой. Что? Я говорю, у меня воздух такой. Воздух? Да. Хоп, и хоп. Законы физики тут все уже ушли, и твои силы гравитации точно ушла. Она в углу будет. Вот он, нифига, это было просто. Конец уровня, там обычно налево проходишь, ну, по лестнице вверх поднимаешься, вот, а там надо сразу на прямой, и там слева решетка будет. Все, наверное, да? Да.
проходить вообще мимо. Это тут при чем? Сейчас, по-моему, 40-й будет. Мы только 38-й нашли как. Если 9-й, я уже потеряли. А тоже на другой стороне. Ты пока что там не спеши. Сейчас я тебя дотяну. Это наоборот, и я тебя догоняю. А, я думал, это все уже. Я не настолько спидранер. Вот, я тебя жду. Так, сортуй. Понял. Вот, тут, здесь. А, у тебя защита? Ловил локейшн на... Да, ловил локейшн на вино. И... Все, у меня тоже. 41-й остается и черт твоя 30-ка. Сейчас я себя гляну. Так, 41-й. Ну я покажу.
О, это две мышки. Блять, мне опять не слышу, что ли? Да. Ну, я опять горю, часто. Ладно. Я сначала шипение, потом ты просто исполнишь. Да, странно. Из своего слова я только понял, что нычка. Блять, хуёво тогда. Сейчас тоже так. У тебя сначала подлаг был. Сейчас скажи какое-нибудь предложение. Я говорил про нычку, что там две нычки. На следующий лопат. Блин. Да, скорее всего. Можно без маски, хотя он стоил там рублей 500, по-моему. Понял. Не знаю. Провести марафон именно на нашем серваке. Надо их какой-то сторонний сторонний канал используйте. А что он на другом паблике, что ли? Ну, я так не... Thank you.
сейчас будет. Сейчас внимательно. А вот лестница. Готово. Все, ну только терсатор остается. У меня дальше тогда 31-я, потом и 44-я. Вот дальше вот тут. Сорок вторая? 44-я. И 42-я не надо, а? Да. А, все, я понял, где она. Вот она. 43-я, да, 44-я там наверху. Сейфы идут. Это просто это. У тебя шипение. Я не знаю, что это шипение. Но... предпоследнее. Ну, да. Я думал, это вообще типа на всю халпу будет. Вот эти лямки. И надо там что-то, да, еще кэш-чейка. Там хотя бы не 45 этих. Не 45 собирать. Нет, пенаты там пишут, что эпизод второй. Да. И пацифист первый эпизод. Ну если пацифист, если там договориться, чтоб не убивали сталкеров, ну, нормально еще. Ну это вряд ли. Да вот так скажем, это вряд ли. Я упал. Ой, ой, ух. Расслабиться, все, телефон отключаю. У вас вообще как по квестам? Ну, эпизод... У меня все выполнено. Можно считать. Ну, Enemy Synthesis, гражданин, который там бутылку надо во втором эпизоде, и почему-то не получилось сделать. Телевизор сделал. Так или иначе, локейшн, и все, и просто халфу проходить. И так мелкие квесты в первом еще. Главное, халфу пройти, там время дают. 10 тысяч, да. Я, по-моему, там 3 мейна, что ли, дают. А, нихрена себе. Попал снайпер. Сюда. Так,
вообще сейчас саундтрек, более саундтрек вообще. Это радио на станции. Ага, не знаю. Если не ошибаюсь, то это нормально. Здоровья!
этого слота. А, вот идет. Ой, фу. Интересно. Мастер, ну, я думаю. Значит, у нас кто? Опять что-то не услышали. Не знаю, мне так даже. Вот, досчиталось хотя бы. И ты во время загрузки лягнул. Сейчас я гляну. А, засчиталось. Ну, слава богу. Я не знаю, если ты хочешь 12 клавиш тыкнул, и у меня упал в ну, эскейп при загрузке бывает. Свет, ты тут? Свет. Да, чё? Ты что хочешь? Ну, не надо было опять. Сбилдить другой вариант, там посмотреть, там ошибку выведет 100%.
Все, уже идти надо. Не, нафиг твою лошадь. Свет.
сел, да ё-моё. Все уже меняют. Ай-яй-яй-яй. Сейчас чего уже? Че, уже так? Или изначально так было? Что? Ну то, что все тележки появляются. Раньше по-другому было. Ты экстремизм. Ну да, ты меня брал. Видел, что там звуки? Я видел, мы сидели. Вас не видим. Да, не видим. Лодинг, опыт, лодинг. У этого кого такая ругающая мышца. Слайд-шоу какой-то. Да, у тебя пинг 145, жестко. Давайте, до свидания. Ты веди нас. Точнее, меня. Ты где? Я за светом бегу. Подожди меня. Подожди. Все. Я два защитника сейчас. Охранение кота. Крес. Я вижу, что персона. Ладно, нам сказали стоять. Я хотел их поубивать, а Женя побежал. Ну ладно, что я буду знать. Ну, Женя, я не могу повернуть голову. F3 хотя бы нас не видишь? F3 так же, я не вижу. Короче, стена где-то у них проход, и по бокам область.
мертвецов. Блять, сотрахали шараки, мать. Есть такое. Выжил. Я думал, там стены есть невидимые. Пошли нахуй твои основы. Вот сломала луна. Я не задел крики, ну ладно. Так-то повешусь. Блять, сам себя. Человек.
чё, мужики? Что он сказал? Не, нихуя. Долго? Нихуя!
готовы спешить. Класс. 15 человек. Давайте еще одного. Кто в душе выполнил, да? Ну, точнее, засчитал. Что именно? Блин, то камера руководит. Женя, ты что ли? Вот этого самого включал. Хотел бы сразу сделать. А, астрономию. Порнхам включали. У меня оружие это в ради. Чё, походу. Ещё чувак тот, который мне ещё и замутил. Кто? Ну, блин. Чувак тут сначала замутил, который мне ещё и замутил, наверное. Он тогда начал вот один? Ну, завтра, что я с компадом, когда мы... Конечно, да. Ну, я понял. Понимаю. Ну, потому что я пришел здесь на Францию, они не закупают это. Ну, Зоня вот это могут купить. Сука, you gotta be crazy! What the hell was it? Поэтому реакция такая, да? Ну, зачем могут эти купить? Ну, наверное. Кто знает. Не знаю, когда я там добавил, все это такого никто не заметил. Дайте еще одного человека, пожалуйста. 16, давайте 16. Ну даже 15. Было бы прикольно вообще 20. В смысле, внизу, а, кстати, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек. Решили зачилиться там. Ну, так чисто в сторонке постоять. Решили они в Белую Рощу без нас уехать. Кстати, этот кожа похож на летучую мышь. Я сначала подумал, тоже причёмка какая-то. Вот, вот это. Да, я понял. Да. Ну, сейчас с искусственным интеллектом он все пробуем сделать. Он там скрестить всего не знаю. Вот какой животный. Кресло забрали. Где? Давайте заступим, наверное, сократим точнее. Сразу же спрыгнем и все. Это ничего страшного. Я думаю. Джеронимо! За мной суицид не будет. Еще. Ну, потому что надо спуститься, не двигаться, вот пока поднимется. Была такая черня, когда это не поднимается почему-то, скапывается. Это же на четверо, хотя надо не выполнять. Ай-яй-яй. Да, потому что комбайн мешает. Но они как-то не вовремя заспомнились. Конечно. Просто там можно, конечно, как-то обойти, но... Не все надо. Комбайн зачем? А, все, упал. Видимо, там уже, наверху. Да ё-моё, шары хоры воровать. Я вот свои беру за этой примушки. Мне кто-то ворует их. Нее. У меня тоже сейчас такой. Пистюк. Я
пустяков. Да я вон в рот, да чё за блин, да с Хабаровска сюда летит ракета, ёбана в рот. Я чё, возьму тебя в итоге? Или так? Или там, да? На время, наверное. Опять это гравипушка. Попробуем за жеманом пройти. Нет, мут в каком смысле? У меня он отдельно замутил. А, я думал, у тебя замутили голосованием. Там что-то мут прописали. Да Джимен бросил. Нашел на кому ставить. Я на мотике найти. Итог, я на первом месте всего этого дерьма. Да, это красиво, побольше получается. А нашел, да, но не успел, наверное. Или нет, это ушло. Все, нашел. You gotta be kidding me! What the hell was that? Получили. Здорово. Что, только мы получили, да? Что-то нами, что ли? Ладно, подойди. Нет, это... Подойди налево. Точнее, отойди налево. Лево. Сейчас посмотрим, сколько останется народу. Ну, надеюсь, что примерно так и будет. А у вас по время денег есть, друзья? Кого? Ну, у вас всех, с кем общающихся. У меня есть. У меня есть они в другом дискорд-канале. Там грызмут играли. Ну, понятно. 2 недели назад в Форекс играли. Антон, можно просто? Я надеюсь, что мы его проходим. Я не хочу, как в прошлый раз. У меня 1000 FPS. Нам кому бы я не знаю, кто у меня 29 000. Было 40 еще. Ох. Жалко, что тебе нельзя делать это уровень 3800. Просто чтобы все скиллы были. Помню, там были 2030 уровень. А что, у тебя все скиллы на фулл качан? Нет, он появился на 1030 уровень. Ну, я понял, качан на 2030 уровень. Ну, из-за того, что по пиксел, ну, извините. Помню. Уровень теперь сбрасывает, и пытаешься делать больше его. 1800. Нет. Раньше был 2030. Я даже по приколу там кому-то делал вообще там 2700 уровень. Остальные
Так, ну еще скинулся. Оторнянку скину. Я вот сейчас... Я хочу за это прохождение 30 левелов собрать, чтоб 600 было. Думаешь, можешь? Ну, посмотрим. Ну, что будешь херач, наверное, как я. Ну, сколько тогда за уровень можно это получить? Сейчас какие-то 241. А ты за уровень это нас как получить? Просто у меня два сухалка, я так понимаю, у меня там что-то 40 тысяч стоит надо делать. Ну, я вроде раздаю, не помню. Раздавал на песчаных ловушках, на ловушках нам. А, ну значит, побольше получил. Я вот здесь. Ну, 600 минут получишь. Да, это запись. Ну, тогда ладно. Если пробежь, там, не знаю, пацифийский, ну, пацифийского ранее. Кажется, да, у меня пацифийского уже все через месяц. Что там, где? Мне кажется, какой-нибудь долбарик сохраняет. А ты сам как-то забрался. А, я думаю, ты вообще уже... Да. А ту сторону, короче, это ганшета. А, нет, я бы смог тут это почистить. А, вот это где? Нет, не так, не так. У меня... Я уже скриншотов скину. Ты меня видишь? Ну, что у меня выполнено, что? Чат этого канала, этого носового. Скину. Чат... Посмотри еще раз ганшип. Жень. Да. А вот и где. Салам алейкум. Я пошел. А если я могу, я смогу подключить вообще? Не знаю. Свит чат голосового дискорда я скину. Что у меня выполнен, еще нет. А если какой голосовой? Ну вот этого чата, где мы сейчас сидим. Понял, здесь можно картинки кидать. Ну тут чат есть. А, вот покажу чат тоже. Давайте как сейчас у нас чат есть голосовухи. Весело. Ну я Дискорд никогда не пользуюсь. Я начал пользоваться сразу в апреле, по-моему. Тут, короче, невидимая стена. Да, да. Да. Ну ты даешь. Закат уходишь. Или рассвет. Ай, меня спасибо. Не на рассвет. Выхода нет. Я чуть не грохнулся. Что-то камень есть. Ох, я это скинул. Все скинул. О! Ай, тяжело, мы взяли на руки. Сломал. Что за камень? Камень. Это на этом. Тебя Найтмар хотел скинуть. А сейчас Сэндмен. Сочный хуй. F3. А что за баного чувака? Я отойду. Ой.
Я удивлен, что мы не скинули, но что мы не пикнули. Странно было, запрещено спорить, он попал тут. Я же не вспомнил, кто его сделал. А, ты это взял? Ну, ладно. Спускаются. Погнали. Охилите меня тоже. Обин есть, охилите меня. А, сейчас хилки не кидаю. Опусти, ну бывает, что надо опустить шары и поднять обратно. Подойти не надо. У меня вроде пикает. Чаще всего. Блин. Успели? Да. Да, пофиг, я останусь. Надеюсь, что мы не слишком быстро побежали, иначе Алекс там это не дойдет до нас.
Мы пробежали очень быстро. Привет, перезапуска. Сейчас сначала чекпоинт, но чекпоинт вряд ли мы. Еще карту будем уже перезапускать. Не поможет, потому что она с балкона, с этого спокойненько сиганула сюда. То есть мы сразу сюда уже кинем, то она это, будет все перестроить. Ну, по сути, да. Так, либо чекпоинт, либо карту перепускать. Просто пока мы это не... Да и ничего дальше не будет. Но это не поможет. Можете сами убедиться в этом. Я не первый день умираю. Мне это пофиг. Не, я больше им говорю, как бы... Ну, они не слушают, потому что... Я так, просто слух. Если слух. Ну где она? Вот. Ну вот. Да, только она никакой не поймет. Так что скриты там остались. Ну, с балкона, да, потому что надо было не мог не уехать. Так, перезапустим. А куда Леша делся? А, ждешь Саутхэд? Не пугай меня. Он отошел куда-то. Да, ну он... Ну все, перезапуск тогда. Забыли. Да, вот она. Вот она. Да. Ай-яй-яй. Что за тайм? Я не знаю. Ё-моё.
Блин, Алекс где? Там? Там. Звучение все взять у них. Я не знаю, что это уровень, я думаю.
Ну, ничего, он живет. Он сейчас не хочет, потому что он такой есть. Сидяется. Ревнивый. Не, ревнивый. Совсем. Молодец, пропустим кучу. Что там, скипнул кучу. Сейчас. Давай попробуем все. Ну, а Торментос, он, ну, не будет руинить. Бразилия. А про двух, я не знаю. Аргентина. Давай пробуй вести зиму. Как по-русски. О, хэдвэрю прям началось. О, написал. Сейчас напишу из Северной Кореи. А он что, не пишет сразу? Так я когда присоединяюсь, у меня же типа новый аккаунт пишет. Не знаю, мне, блядь. Присоединился сюда. Че, надеюсь, правильно написал. Давай. Да, правильно посмотрел. Надеюсь, правильно написал. Ладно, я попробую тогда начало пройти. Сначала попробуйте, знаете. Я попытаюсь. Кину все дробь. Я пробежу. Ой, пробегу. Давайте, давайте, давайте. Подожди, сейчас закроется. Ну, оно работает уже. Блин, на... лучше просто. Я хотел, вот я вот в эту броню не делал. А, вам надо, вот должен, это, всё, забыл. А, что? Да, убили. Чё, он прилетел? А почему я падаю? Блин! Там тоже все. А, все.
Хотел считать. Она умеет. Она же тоже, когда на полку ногами там. Нет, просто такая короткая ножка, да, и считать. Прошло как-то сразу, да? Нет, я сказал. Gordon Freeman in the flesh. Or rather, in the hazard suit. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. Эй, ну куда так рано? Ну ладно. Сейчас, по идее, должно выполниться. Да. Rather an anti-climax after what you've just survived. Так, еще у нас это... Ну, есть клайм, подавайте. Ну, зато два мейна. Там опять есть клайм, нет? Меня не появляется, давай. Он почему-то. А то я умер. Меня прижало что-то, спасибо. Я имею в виду за пацифиста и за первый эпизод. Это вообще с вами 10 тысяч, как Half-Life 2. Ты не забывай, нам еще лямбда локатор по одной осталось нычки. Ты хочешь второй эпизод проходить? За... Не, я про Half-Life 2, потому что мы там одну нычку не нашли. Это меньше. 10, 5, 15, на 8.
да, начало 42 минуты. Момент, ну ладно. А чё Алекс стоит, а? Всё ок. Проснись и пой!